Еще раз всем привет, друзья! С вами по-прежнему студия Castle TV и Strike. И мы продолжаем наблюдать за последним игровым днем Star серии Season 9, онлайн-часть. Остались только три матча и one финалы. Так, со звуком... Не, ну это даже... Ага, все, вспомнил. Тут уже моих рук дело. Есть у нас все со звуком. Я уже думал, это какая-то теория заговора. Так, что здесь произошло? Мы пропустили с вами Knife Round Online Bots, выиграли сайд-пик и выбрали сторону диффенса. Ну, что, собственно, неудивительно. Так, вот мне интересно, звучку вам хватает или все-таки, наверное, чуть-чуть добавлю. Так, что же происходит? Фейтс открывается в этом раунде, забирает на Б-базе Кенниса, и эстонцы серьезно настроены дать бой команде Клан Мистик. Что из этого выйдет, мы, конечно же, с удовольствием понаблюдаем. Итак, команда Клан Мистик занимает главочку, берет ее под свой контроль и готова здесь удивить эстонских парней. Абсолютная тишина на карте, ничего не слышно, по крайней мере для онлайн-ботс. И вот парни в ожидании какого-то экшена. Нуга за пятерочки, перестрелка с двумя игроками. Нуга пропускает двоих в респаун, и это будет сплит-б-атака. Дотс красный погибает от Джеймикса. Ну и, собственно, здесь уже должно быть максимально быстрая перетяжка на Б-плент. Кто там у нас на Б? Это Фейтс. Фейтс не справляется с Харцем. Два минус от команды Клан Мистик и всего лишь один от онлайн-бот. Ну, Нуга быстренько это исправил, правда, моментально получил по голове от Киа Бенджи. Чёты, говорит СФу, стал на катушках и забирает его чёты. Минус Хартс, 1-1 против Киа Бенджи. Бомба пика слишком быстро, и Киа Бенджи ставит очередной хедшот. Оформляет третий минус в этом раунде и берет пистолетный раунд для команды Клан Мистик. Ну вот так вот. Вроде бы неплохое начало для онбот. Сделали open фраг, все контролировали, но каким-то образом пропустили атаку, а именно атаку сплит бэплента. Такого давненько мы не видели в пистолетном. Ну вот, сегодня как раз-таки французы нас приятно удивили. Экономически от команды онлайн-ботс. Как видим, парни закупились по полной. 4, нет, 5 тяжелых арморов. Дигл, 3 5-7 и чешечка в руках у... У кого же чешечка? У Нуги. Так, ну и вот первые проблемы французов на эко-раунде. Потеряли Хартса. Кейнс остается красным. Ну и, по-моему, эстонцы серьезно настроены взять экономически. Вот так дропчик от СФа, точнее от Кенниса. Куда забросил? Ой-ой-ой. Ну и попробуй здесь найти девайс. Неплохо. Киа Бенджи отвечает минусом Хеликса. Клан Мистик действует очень аккуратно. Чекают Нугу, забирает его на пути. Ну и, собственно, все. Экраунд вроде бы опять-таки же начинался очень хорошо для команды онлайн-бот. Сделали минус, оставили красным Кенниса, но дальше просто не пошло. Хотя Дотс борется до последнего, забирает еще двоих французских игроков, что, конечно же, испортит экономику команды Клан Мистик, но на этом подвиги Дотса были закончены. И второй раунд отправляется в копилку все тех же Клан Мистик. Да, какое-то у нас такое вот интересное начало. Смогут ли на оружейных раундах игроки команды онлайн-бот дать бой грозным французам, которые вчера на этой карте практически совершили чудо для команды Na'Vi и практически, повторяюсь, обыграли команду Titan. Конечно же, все это практически и почти не считается. Результат в турнирной таблице остается прежним. Титаны выходят на ван-финалы, а вот Na'Vi их пропускают. Итак, укрепление на Б-базе от двоих игроков. Нуга, Фейтс, вот так на хилпе. Ну вот, Фейтс прочекали очень быстро. Падает первый эстонец. Что дальше? Будут заходить на Б, но при этом не спешат. Киа Бенджи в дыму находит Додзе. Ну и посмотрите, за считанные секунды укрепление Б-базы рассыпалось. Живых только Хеликс и постарается подвалить СФ. И СФ, по-моему, не ожидал такого поворота событий. Теряет пока единственный девайс в этом раунде для команды Клан Мистик. Ну и постарается сделать еще какой-то минус. Хеликс забирает Киа Бенджи, но дальше GMX безупречным хедшотом лишает жизни эстонца. 3-0, Клан Мистик без проблем на эко-раундах. Ну как без проблем? Потеряли в общей сумме 5 девайсов. Это, конечно же, пагубно скажется на экономике, но
это не главное. Главное, что взяли раунды и продолжают их набирать. Первый оружейный, в котором будет очень интересно посмотреть, что же придумает он босс. Как будут защищаться и как будут останавливать выходы команды Ван Мистик. Смотрим на карту, здесь пока ничего интересного. Такая вот процесс становления атаки, можно так это назвать. Пытаются Ван Мистик подготовить платформу для атаки. Ну и как видим, все для этого у них в принципе есть. Бананы взяли под свой контроль. Так, что же дальше? Что же дальше? GMX отправляется в дом, чтобы зачистить еще всевозможные поджимы от своих оппонентов. Но как видим, здесь никого нет. У эстонцев довольно-таки глубокий дефенс. Додс на подсадочке. Фейтс вот в такой вот более-менее агрессивной позиции. Но по-прежнему отдают всю инициативу в руки команды Ван Мистик. Говорят, если вы готовы раскидывать, окей, мы проверим вашу раскидку своим отличным приемом. Ну и давайте смотреть. Вроде бы на бэп-вент начинается раскидочка. Фейт получает дым в лицо. Додс вообще здесь ничего не увидит. Хотя нет, видим, Додс реализовывает посадку вместе с Фейтсом. Кстати, на пару забирают Кеннеса. Ну а Кеннес, кстати, что-то вообще непонятное. Будет вторая волна атаки. GMX подловил Келлика на пленте. Ну и Фейт. Второй минус на Б. Сбривает Харца и СФ. Даже это уже три минуса от СФ. Чё ты, подвоил GMX, и в живых только Хиатэн, который погибает все от того же Фейтса. Четыре минуса от Фейтса, и Фейтс говорит нам, что он готов в одиночку останавливать заходы Ван Мистик на Б-базу. Да, действительно, последние матчи от Ван Мистик, точнее, от Online Bots, радуют нас. Парни действительно работают над улучшением своей игры и серьезно настроены показать себя в полной красе в рамках 10-го сезона Star серии. Потому что парни остаются. У них в данный момент 14 игр, 5 побед, 1 ничья и 8 поражений. 16 очей, и они не находятся в зоне риска. Они постараются завершить онлайн-часть на, точнее, не на, а с высоко поднятой головой. И для этого им надо обыграть команду Ван Мистик, которая является одним из фаворитов Star серии. Ну вот, удастся ли это сделать эстонским парням, я не знаю. Мне кажется, они сегодня настроены дать максимальный бой. Будут драться до последнего. СФ в коврах забирает Хеликса. У Ван Мистик полубай. Ну, как полубай? Только Дига у Киабенжа, а так, в принципе, все остальные с девайсами. Опять-таки же, французы стягиваются на бэп-вент. Фейтс, который получил в этом раунде гранату под ноги, никого не увидел и уже имеет 46% здоровья. Как будет на этот раз Фейтс останавливать заход на Б-базу? Молотов, который не попадает Фейтсу под ноги. Ну и Фейтс погибает от выстрела с дегладки Абенджи. Дот. Теперь нашел его вперед. Дот. Зажим. Каким-то чудом все-таки забирает Кенниса. Ситуация 3 в 4, но по хоусбарам плотно просели игроки команды онлайн-бот. И я даже не знаю, здесь надо постараться в первую очередь засейвить девайсы и уже в следующем раунде все-таки удивить команду Ван Мистик, потому что здесь не по шансам идти. Хотя Дос так не считает. Два минусового исполнения чети, один против двоих. Чё ты, скажет он пацанам, заходящим на бэтвен. Итак, чети. Перестрелка с GMX, как видим, проиграна в сухую. Не дают Ван Мистик закрепить успех онлайн-бот. Ну вот на самом деле здесь повторение сценария матча Alternate Attacks против Добрый Гейминг. Взяли очень хороший раунд онлайн-бот в предыдущем раунде, но после этого не смогли закрепить успех, надавали дропов и проиграли раунд в ответ. После чего экономика находится на уровне просто краха. А вот у Ван Мистик четвертый раунд, девайсы в руках, и парни готовы сразиться с сливающими игроками команды Online Bots. Смотрим, что же будет здесь. Чети поджимает в дом тем временем. Опять-таки же, на Б-базу намерены выйти игроки команды Ван Мистик. Там по-прежнему Фейтс и Дот. И что придумают парни? Дот попадает в мод по Кеннису, но минус сделать не удается. Фейтс постарается исправить эту ситуацию, но, как видим, опять-таки же здесь все как-то жиденько. Два красных игрока, именно Кеннис и СФ. Ну, Кеннис не практически... Ну, нельзя назвать его красным. 52% здоровья. Говорит о том, что он еще не готов погибать. Фейтс на Б-пленте. Нуга на. Ну, вот так вот распределились силы эстонской команды. Вряд ли здесь удастся переломить
и взять этот экономический, но минус постараются делать парни. Итак, Нуга, ну вот в спину стрелял кому-то из заходящих, кто-то делает. Один минус забирает Осефа, но на этом его подвиги быстренько заканчивает GMX. 5-1 и очередной байраунд. Или, может быть, не факт, что очередной байраунд. Нет, все-таки будет бай от команды OnlineBot. Волевушечка залетает. Два, нет, даже три игрока находятся без тяжелого армора. Изобилие гранат здесь мы также не увидим. Всего лишь на всю команду два, нет, три дыма. Три флешки, два декоя и один... нет, даже молотого нет. Вот такой вот жиденький арсенал. Чети прочекал главочку. Увидел близко находящегося Кенниса. Ну и Кеннис под ноги. Залетает граната, Кеннис пойдет до конца. Кеннис! Ну, вот Кеннис нас радует. Забирает Нугу. Правда, Чети моментально разменял своего тиммейта. Ну и в ситуации 4 в 4 парни постараются сыграть на... На каких-то неустойках команды OnlineBots понимает, что сейчас эстонцам надо угадывать. Дот занимает более-менее агрессивную позицию и постарается вот именно с такой позиции удивить команду Клан Мистик. Смотрим, что из этого выйдет. Флешечка от Харца пошла. Нет, это не флешка, это дым. Вообще укрепление на Бэтвенте, ну и французы делают фейк. Благодаря таким агрессивным позициям OnlineBots все это прекрасно читают и говорят тиммейтам: парни, надо жить, надо жить, помощь идет. На базу главное не умирать. Хеликс в больших песках — это главный мейн упор команды OnlineBots на пленте. Но, как видим, Чети оказывает вот это сопротивление. А вот Хеликс закидали гранатами и законтрили за считанные секунды. В итоге Дос один против двоих. Бомба лежит. 20 секунд до конца. Дос выгибает от СФа. И счет становится 6-1. Ну вот да. Пока очень-очень плохое начало для команды OnlineBots. Начали парни за дефенс. Проиграли пистолетку, проиграли два экономических, взяли первые оружейные, ну и дальше посыпались. Посыпались и вот продолжают сыпаться в непонятном направлении. Что же хотят OnlineBots в этом матче? Неужели не будет боя у нас и будет очередной разгромный счет? Сегодня уже есть один разгром, и этого достаточно. Ну, лично для меня как-то не совсем интересно смотреть матчи, в которых все известно заранее. Вот... Коэффициентом вроде бы команда Добрый Гейминг выглядела очень даже неплохо, но не смогла навязать борьбу, а именно достойную борьбу своим оппонентам из Alternate Attacks. Ну и Alternate Attacks это подходит. На экраунде живых остается только Фейтс. Сделали уже 2 минуса, ну и на этом остановили. 7-1. Все пока очень... Даже под контролем команды Клан Мистик. Никаких проблем не возникает. Куда хотят, туда и заходят. Ну, на самом деле, пока вот проверяют частенько базу Б на прочность. И вот один раз только Фейцу удалось принять заход на Б-план. Сделал Фейц 4 минуса. Но вот потом что-то пошло не так. Так, у Чети появляется АВП. Агрессивное занятие главки от команды OnlineBots, и Кеннис пресекает такую попытку. Подвоил поджимающего Нугу, но вот дальше Хеликс и Нуга, точнее Хеликс и Дотс. Поджимают в базу, Чети подловил Киа Бенджи, и мы пропустили абсолютно все фраги в этом раунде. Ну и в очередной раз не угадали с тем же, кто сделает минус. Хеликс забирает СФ, в живых только GMX против четверых оппонентов, и это, скорее всего, второй раунд для команды OnlineBots. Чети с АВП. Ой-ой-ой, Чети заметил оппонента. Точнее, заметил только благодаря корявым выстрелам GMX, которые не попали по Чети ни пули. Ну и теперь вся команда OnlineBots тянула сюда и готова разобраться с GMX. Нет, GMX так просто не сдается. Забирает Чети, выбивает из того снайперскую винтовку. Понимает, что бомба валяется в десяточке, ну и теперь надо ее как-то забирать. Но при этом надо лишить жизни как минимум двоих или троих эстонских снайперов. Что из этого выйдет, пока непонятно. Есть красный Хеликс у GMX. 42% здоровья, он идет до конца. В этом раунде забирает Додза. Ой-ой-ой, если бы расправился с Фейтсом, то это была бы изи-каточка для GMX. 7-2. Так как с Фейтсом не разобрался, проигрывает команда Клан Мистик второй раунд в первой половине.
французов по-прежнему есть деньги. Есть хорошая экономика, давайте посмотрим на нее. Ну вот закупились парни, при этом у троих игроков на следующий раунд при проигранном этом точно будут деньги на бай. Итак, Хеликс играет агрессивно. На этот раз постарается подловить игрока, занимающего будочку. Ждет он в первую очередь GMX-а, ну и вот дымом отрезал себе выход на ковры. Итак, Хеликс идет до конца, тем временем Киабенжи сбивает Додза. Хеликсу надо торопиться, и он, ой-ой-ой, какой провал. Если бы запрыгнул на бортик игрок команды Клан Мистик, Хеликс бы сделал еще раньше первый минус, но просто с вертухи сбрил СФа, продолжает танцевать на этой позиции, ну и снова придумает Хеликс. Ну, слишком долго и без помощи тиммейтов. Непонятно, почему здесь находился Хеликс в гордом одиночестве. Не нуждался ни в какой помощи тиммейтов, ну и за это был моментально наказан Кеннисом в спину. В итоге 4 в 3, и вот так вот, казалось бы, хорошо начинался раунд для онлайн-бот, сделали опен-фраг, но дальше просто не пошло. Нуга сбивает Кенниса, Нуга, минус Кябэджи, Нуга, третий минус был так близок, но Кенниси исправляет ошибку своего тиммейта, хотя ошибкой это не назовешь, ведь Нуга сделал максимум, сделал два минуса, красным оставил третьего игрока команды Клан Мистик, ну и дальше Чети вступил в игру и сказал: «Чё ты заходишь на базу? Иди на Б, к Фейцу и Додзу. Вот там парни готовы отдаваться, а мы здесь на очень плотно будем вас принимать». 7-3. Третий раунд для команды Online Bots и вливушечка. Последний бай для Клан Мистик. Конечно же, если проиграют этот раунд. Смотрим, что на карте. Да, 5 игроков французской команды на Б-базе. Вот именно так Чети отправил своих оппонентов атаковать Б, сказав: «На А, парни, соваться вам не стоит. Я буду там лично отвечать за прием этого пунта». Итак, Тот и Фейт. Как будут принимать на этот раз Фейт? Мансует. Мансует, но погибает. Тот удается сделать минус, забирает Харса. Размен один в одного. Занимается Б-база. GMX сбривает Додза. И теперь действительно проблемы у команды онлайн-босс. Уже третий минус в раунде. Сбивает Сети. Нуга. Как же борет Нуга? Просто пытались продавить до последнего Клан Мистики своих оппонентов. Но Нуга достойно сопротивлялся. В итоге 2 в 3 вместе с Хеликсом отправляются на сейв своих девайсов. Смотрим, что по деньгам у команды онлайн-босс. А у Чети будет бай. Если Хеликс удастся засейвить, в принципе, на ФАМАС тоже может нашкрябать. Ну, в итоге мы имеем 4 девайса. И да, в принципе, онлайн-бот смогут закупиться в следующем раунде. Но для этого надо проявить характер и сказать: да, мы точно так же можем брать волевые баи. 6500 у Чети, 2750 у Додза, и у Хеликса есть дроп ФАМАСа. Ну вот, в принципе, 4 девайса здесь можно сделать. Даже, ну, вот все происходит не совсем так, как я спланировал. Чети дает дроп ФАМАСа, а также покупает себе ФАМАС, ну а Дотс остается с диглом в руках. Хеликсу непонятно зачем оставили вот такое вот количество денег, 2600, а вот у Додза мог бы быть кольт. Моя варианта была поприятнее. Итак, Хеликс на коврах. Сразу же пытается исправить ошибку в экономике, но, как видим, не получается. Хеликса забирает спокойно Киабенджи, и опять-таки же проблемки у команды онлайн-ботс. Что же дальше? На Апленте по-прежнему остаются два игрока, Фейс и Дотс. Остаются контролировать Б-базу, и Чети оправдывает их доверие. Сбивает Кенниса, Чети, второй минус. Забирает Харца, есть при этом как раз Киабенджи, Чети, еще и мог уйти. Ну вот, не отпустили GMX. Не отпустил, точнее, его GMX. Ну и теперь уже 3 в 3 можно бороться. Можно бороться. Фейтс поджимает дугу. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Какой провал. Фейтса сбрили, Додза сбрили, Нуга по-прежнему в больших песках. Не дождался помощи своих тиммейтов. Тиммейты склеили за считанные секунды. Ну и ошибка от Нуги. Граната, которая достается в совсем неподходящий момент, лишает возможности Нуги хоть как-то отстреливаться от своего оппонента. 9-3. Экономический онлайн-ботс. И здесь у нас также будет разгром. Разгром в первой половине. Сегодня вот так вот проходят матчи Стар-серии. Как-никак, это последние встречи. И команды, ну, как-то пытаются приукрасить окончание этого сезона. Напомню, следующий матч, который будем наблюдать, это две зарубки португальской команды. Первая будет против Клан Мистиков, а вот вторая будет против команды Aces.
Здесь смело можно сказать, что Aces уже лишили свата в Star серию. Ровным счетом точно так же его лишились и Кики. Ну, и в принципе, в изменении четверки, которая покинет Star серию, никаких не намечается. Куражи, Кик, Aces и Геймпап, которые уже давненько сняли с нашего чемпионата из-за того, что распалась у них команда. Бывает и такое, но вот, кстати, в этом сезоне у нас очень даже все дисциплинированно проходит, только вот Геймпап проявили слабость и не смогли доиграть девятый сезон до конца. Итак, начало для онлайн-босс даже очень неплохое. Сбрили Хартса. Автодиректор просто не может налюбоваться падшим французом. Ну и тот не попадает в первопопытки. Загурает Кябенджа, и Кеннис дает минус в ответ. Опять-таки же 3 в 3. Клатч сегодня не на стороне онлайн-босс. Парни не могут разыграть большинство, но вот на этот раз все получается. Хеликс сбивает Кенниса, чей-то минус СФ. Живых только GM, который уже неоднократно оставался в этом матче последним. И на самом деле боролся очень даже достойно. Но не в этом раунде. Нуга ставит точку. Берет тем самым четвертый раунд для онлайн-босса в первой половине. И все-таки хоть как-то напоследок парни говорят, что не так уже плохо мы играем за дефенс. И разгрома нам не надо. 10-5. Хоть и провал, но не разгром. Эти СВП, попытка стрелять на ложном медле от кого-то, ничем интересно не заканчивается. Заканчивается потеря Хеликса, который шел агрессивно в поджим ковров. Ну вот, пока французы не показывают каких-либо сверхъестественных расшифровок просто за счет стрельбы и занимания позиций, а именно ключевых позиций на карте, выигрывают перестрелки и берут раунд за раундом. Здесь у нас нет каких-либо действительно серьезных раундов, продемонстрированных обеими командами. Ну и вот очередное доказательство. Просто один GMX на морозе вылетает на Чети. Но Чети не попадает в ВП, но с чешкой в руках лишает жизни своего французского оппонента. И теперь настал черед Фейца показать скилл и взять все-таки пятый раунд для эстонской команды. Фейц сбивает Кенниса, но с Хартсом разобраться не удалось. Красным оставляет Хартса. Кябенджи один против троих. Забирает ногу, ну и Дотс тут как тут разменял своего тиммейта. 10-5, вот все-таки не разгром. Не разгром, но провал. Все-таки как-никак сторона дефенса, и здесь надо набирать больше 8 однозначно, чтобы бороться за победу в матче. Но, как видим, эстонцам этого не удалось сделать, и только пистолетный раунд даст им минимальные надежды на победу в этом матче. Статистика на ваших экранах. Хартс ужасно провел первую половину. 3 фрага, 5 ассистов, 11 смертей, 11 очей. И при этом его команда выигрывала со счетом 10-5. Если бы Хартс показал нам действительно на что способен, то тут бы был разгром. Разгром и действительно с крупным счетом. У команды онлайн-босс. Ну, по-прежнему все те же парни. Чети, Дотс и Фейтс. Вот эта троица в решающих и ключевых раундах показывала, на что она способна. Нуга также был хорош. На самом деле все были хороши, но все-таки Чети выглядел предпочтительней оставшихся своих тиммейтов. В итоге вот этими стараниями парни смогли взять 5 раундов, ну и на этом остановились. Второй раунд. Второй пистолетный раунд на карте Инферно. Противостояние онлайн-босс, клан Мистик, и что же будет здесь? Кябенджи на банане, перестрелка с Додзом. Кто кого? Нет, это Нуга. Кто кого? Ну вот, позиция Нуги. Ой-ой-ой, Нуга перестрелял в СФ. В это время Кябенджи закидывал флешечку. Ну и первая потеря для команды One Miss. Тем временем, Нуга на флэш, Хеликс забирает GMX и должны расправляться с Хартсом в больших песках. Ситуация 2 в 4. И эстонцы будут бороться во второй половине. Будут бороться до последнего. Им нечего терять. Повторюсь, турнирного значения этот матч не имеет. Единственный шанс — это
онлайн-бот укрепить свою позицию и подняться на парочку строчек выше. Хеликс забирает Диабенджи, и Фейт ставит точку в этом раунде. 10-6. Онлайн-бот берут пистолетный раунд во второй половине и говорят, что будем бороться за очки в этом матче. Так, ну вот в ответочку Кеннис и компания покупают интересные девайсы. Три тяжелых нет, два тяжелых армора, один легкий USF, а вот остальные GMX и Кеннис остаются без арморов. Но у Кенниса в руках МАК-7, и это очень опасный девайс на близких расстояниях. Так, а что делают эстонцы? Быстренько, не теряя времени, заходят на главку. GMX спалил всю эту движуху, должен дожидаться ошибки. Ну и как же будет действовать GMX? Давайте посмотрим. Пропускает. Двоих GMX. Сбривает на углу. Неплохое начало для команды Clan Mystic на эко-раунде. Но при этом отдают под полный контроль А-базу. И теперь только выбивание. Выбивание от Кенниса и компании. Смотрим, что же будет происходить здесь. По-прежнему 5 живых французских игроков. Берут боевое кольцо. Эстонскую команду. Helix сбривает СФа. Ну, вот. Он безупречный дефенс, поставленной бомбе на базе. В живых только Кеннис остается, а все ведь начиналось ситуации 3 в 5. 10-7. Ну, вот такой вот полупожарный раунд получился у эстонских парней. Казалось бы, были на грани срыва, но, потеряв двоих оппонентов, точнее, двоих тиммейтов, спокойно заняли хорошие позиции. Два игрока в пленте, один в больших песках, и спокойно остановили выбивание от команды Clan Mystic. Клан Мистик, как говорит Игорек, не смогли отомстить за проигранный пистолетный раунд. Так, ну вот затяжная атака от Online Bots. Пока на карте видим никакого экшена, Dots занимает уже, кстати, очень агрессивную позицию и готов подловить кого-то на коврах. Точнее, не на коврах, а с ковров. Потому что уже здесь никого нет, и только в больших песках может кто-то ошибиться из французов. Dots под флешечку будет врываться в большие пески сюда. Втянули все свои силы. Эстонские парни, Чети сбивает GMX в больших песках. Дот заметил Харца в пленте, но Харцу удалось сделать минус. Дальше все спокойно. Один за другим рассыпаются французы в живых. Только Киабенджи и Кеннис. И что придумают эти парни? Ой-ой-ой. Ну, как раз и в библиотеке Кеннис добивает ногу, подбирает его девайс и постарается с Галливом в руках. Ну, вот не знаю. На самом деле, вот такой девайс смысла сейвить нет. Но это лично мое мнение. Хотя нет, когда у тебя в команде у Кебенджи и у СФ по 1900, действительно, даже такой девайс является бонусом. Но если с экономикой все в порядке, то лучше с таким девайсом пойти до конца, забрать девайсы у эстонской команды, следующий раунд взять и заставить эстонцев сливать. Но, как видим, у Кебенджи и СФ с деньгами действительно крупные проблемы, и вот как раз-таки засейвленный девайс Кеннисом отправится в бонус его тиммейтам. Так, кому же? Кому же даст? Или оставит себе? Нет, все-таки дропает. Все-таки дропает. Кому достается Галил? Конечно же, Харцу. Кому, если не капитан? Первый оружейный раунд второй половины для Clan Mystic. И как проведут его парни? Как видим, идет агрессивное занятие банана. GMX будет... Нет, все-таки не агрессивно. Прокидали гранаты, но дальше не пошли. Киабенджи. Вот такая вот полуагрессия от французов. Казалось бы, серьезно настроены устроить кровавый замес на банане, но потом передумали и перетянули. Кеннис на главке. Сбивает Хеликс, защите дает размен. Быстро постараются онлайн-ботс зайти на А-базу, но, как видим, что-то застопорились. Что позволяет французам стянуть сюда практически все силы и укрепить А-базу. Нуга сбивает СФа, вот это уже хорошо. Так, знаешь, что один игрок в больших песках. GMX заметили на пленте. Ой-ой-ой, Чети. Какой хедшот. Чети, второй минус. Или даже третий в этом раунде для Чети. Да, это третий минус для Чети. Ну и Киабенджи. Один против троих. И, по-моему, здесь
Чети серьезно настроен дать бой. Хотя нет, Чети отдается. Красный Дотс и Фейтс против Кеа Бенджи, у которого всего лишь 15% здоровья. И счет становится 10-9. Онлайн-ботс не дают взять первый оружейный. И это говорит о том, что у нас серьезная заруба намечается. Вот как раз таки так, как я и хотел. Не хотел я разгрома в первой половине, что, собственно, позволило не устроить его. Это два последних раунда от онлайн-босс. Парни постарались лично для меня, взяли пистолетный и начали свою победную ходу. Итак, какой-то экономический от... Ой-ой-ой, кто там будет его принимать? Это будет фейт. Это будет фейт. Понимаешь, что здесь действительно практически армия у команды Клан Мистик на банане, что позволяет онлайн-босс спокойно занять абазу, ну и дальше выступает Фейт. Фейт, два минуса, просто шикарных. Минуса третий, не за горами. Договорит Фейт, давайте мне еще, еще, кто следующий? Но там, к сожалению, больше никого нет, и вот SF и Харс вдвоем постараются забрать хоть кого-то из эстонцев, потому что уж как-то слишком уверенно выглядят эти парни. Два минуса от Хеликса, и счет становится равным. 10-10. Все начинается сначала. Казалось бы, такая уверенная первая половина от Клан Мистик. И вот такой провал за дефенс. Проигрывают со счетом 5-0 и второй бай для французской команды. У Кенниса появляется снайперская винтовка. Но вот этот девайс может внести сумбур в ряды команды онлайн-ботс. Но для этого Кеннису надо плотно попадать. Сможет ли устроить плотную катку Кеннис на коврах с ВП, мы сейчас с вами узнаем. Ну вот Хартс... Что делал Хартс? Добежал до конца, потом решил остановиться. Тем временем онлайн-бот заняли в составе 4 игроков банан, при этом плотно просели по хаус-барам. Много потерял, 46% здоровья у Додза. Вообще провал. Минус 85. И это раунд только начался. Ну... Задача была такова. Быстро занять банан, после этого стянуться на базу и уже там устроить... разборки с командой Клан Мистик. Клан Мистик какой-то. Или все-таки на Б? Ну вот... Ой-ой-ой. О-о-о-ой-ой-ой. Что тут у нас происходит? СФ вместе с Кеа Бенджи. Как будет занимать заход на Б-базу? СФ. СФ. Вот это поворот. СФ. Практически три минуса в исполнении СФ. Кеа Бенджи делает еще один, ну и дальше все заканчивается просто без шансов для команды онлайн-ботс. Безупречный прием Б-базы. На волоске висел СФ, но это не помешало ему сделать два минуса. Ну и, конечно же, Кеа Бенджи подстраховал тиммейта, пока СФ собрал на себя все внимание участников команды из Эстонии. Кеа Бенджи в спину спокойно разбирал троих оставшихся. Точнее, забрал всего лишь одного, а вот уже при выбивании сделал два минуса и раздефузил бомбу. 11-10 не дают Клан Мистик вырваться вперед эстонской команде и берут раунд. Кеннис ВП, есть первый промах. Постарался на главке отстрелить кого-то из эстонских парней, но, как видим, ничего из этого не получилось. Терял 59% здоровья GMX на коврах, минус Дотс. Хорошее начало для Клан Мистик, но... ничего им не гарантируют в этом раунде. СФ и Кеа Бенджи на банане. Ну вот, вот так вот должны играть парни, которые настроены дать серьезный бой на банане. Именно пока так все и происходит. СФ. Такой вот разводящий дымок, мол, говорит, окей, братаны, мы, скорее всего, на Б глубоко. Так что пробуйте заходить. Тем временем Хеликс и... Чети заходит на главку. Кеннис спокойно расправляется с Хеликсом, но вот Чети плотно откидали. Непонятно все-таки, куда именно направляется атака команды онлайн-ботс, но вроде бы сначала планировался сплит Б-плента. Как видим, Дуга зачистил Сэпа. Должен подбирать бомбу. Тем временем падает Харс на главке, умирает Чети в коврах. Ну и Нуга один против четверых. Вряд ли что-то сможет сделать, и это 12 раунд для команды Клан Мистик. Что с деньгами у онлайн-босс? Ну вот то, что взяли 5 раундов подряд, еще ничего не говорит, что экономика налажена на все 100. Как видим, на бай парням хватает, но, скорее всего, это будет последний бай.
Это будет последний бай, если бомбу не поставят. Так, ну, наверное, будем смотреть за Кеннисом. Именно этот парень может в начале раунда сделать какой-то интересный опен-фраг. Как видим, эстонцы это прекрасно понимают и стреляться с Кеннисом не намерены. Нуга на банане сбривает СФа. Будут воевать Кьябенжи. Кьябенжи также получил форсу демеджа, но спокойно ушел. Ой-ой-ой, два минуса от Кеннис. Кеннис красный уходит. Нет, не уходит. Кеннис продолжает на главке с 4% здоровья просто терроризировать эстонскую команду. В итоге ситуация опять-таки же 2 в 4. Но есть два маленьких но. Это Кьябенжи и Кеннис, у которых 6,4% здоровья соответственно. И здесь все может перевернуться за считанные секунды. Смотрим. Нуга. Так, ну вот неужели на радаре не показался ему оппонент? Четко наведен прицел на Харца. Но по-прежнему Нуга никого не замечает. Чети. Пальцы на палочке. Но здесь GMX уже поджал и спокойно забирает Чети. В итоге Нуга один против четверых. И это, скорее всего, очередной раунд в копилку команды Клан Мистик. Нуга под дымок и флешку отрезает хелпу с бэп-лента. Постарается зачистить Кьябенжи, но врывается просто в тину. СФ и вместе с Кьябенжи перекрестным огнем забирает последнего эстонского игрока. 13-10, и вот как раз-таки теперь назревает полупровал. Онлайн-бот заканчиваются денежки в самый неподходящий момент. В тот самый момент, который позволит команде Клан Мистик взять 14-й раунд без особых проблем. Смотрим, что из этого выйдет. Кеннис по-прежнему с АВП. На этот раз постарается отследить ложный мидл. Кеннис попадает по ноге Хеликсу. Гранатка должна взрывать. Да, попадает и граната. Какой пазум! Просто бесподобно попадает по голове Додза. Нуги удается сделать. Один минус в этом раунде. Вместе с Фейсом заходит на главку. Ну и тут перестрелка с Кеннисом. Проиграна. Нуга с АКМом и бомбой в руках против четверых игроков команды Клан Мистик и с бомбой. Бомбы, что самое главное, будут бороться до последнего. Но здесь как-то все плачевно. Просто со всех сторон, как тараканы, набежали Мистики и спокойно забрали эстонского ножа. 14-10. Все ближе и ближе. Французы к победе в этом матче. И постараются закончить все как можно быстрее. А вот интересный момент. У Чети появляется снайперская винтовка. Хочет дать бой Кеннису, потому что Кеннис действительно с того момента, как взял АВП в руки, у онлайн-босс ровным счетом стало получаться ничего. Ничего не могут противопоставить снайперу команды Клан Мистик. И в очередной раз он приятно их удивляет. Забирает Чети. Попадает по ноге Нуги. Гранатка. Нуга выживает или нет? Тем временем GMX уронил бомбу. Забрал Додза. Ой-ой-ой, какой провал от Фейтса. Не попадает с ВП, и это мог быть нож. Это мог быть нож, но нет. Французы не хотят рисковать, просто спокойно и хладнокровно разбирают всех оставшихся эстонских игроков. 15-10, 5 матчпоинтов для Клан Мистик и форсбай, или все-таки нет. Форсбая не будет, будет даже полный бай. Хеликс хватает на снайперскую винтовку, у Нуги остается в запасе 1500 баксов. Ну, разве это успех? Нет. А вот успех то, что у Клан Мистиков 3 снайперские винтовки, и это может сыграть с ними злую шутку. Кто будет первый? Кто будет первый? Так, СФ на банане. Неплохо прокидались парни вместе с Кьябенжи. Подпалили эстонцев на Нуге и Кеннис. ЗВП. Ну, вот видите, чем все это заканчивается. Кеннис куда побежал? Пробежал просто Фейтса. Фейтс неужели пропустил? Да, пропустил. Француза постарается здесь просто устроить какой-то шорох, но на самом деле здесь все уже давным-давно понятно. 16-10, но Фейтс как борется? Забирает Кенниса и Джеймса, но на этом его подвиги закончены. 16-10, итоговый счет в этом поединке. Клан Мистик спокойно обыгрывает онлайн-ботс, хотя онлайн-ботс молодцы. Поборолись, показали, что могут, но если была бы более уверенная сторона дефенса, то можно было бы рассчитывать на очки в этом матче. А так, извиняйте. Мы уходим на небольшую рекламную паузу, после чего будем наблюдать за Клан Мистиками против Кико. В Кики
отыгрывают последний матч в рамках Стар-серии. По крайней мере, 9 сезона, в 10 мы их уже не увидим. Разве что только в Про-серии. Реклама.